Обратите внимание, сектор добрый. Я злой. Так, друг мой, у вас есть примерно минута на то, чтобы искромсать ее на маленькие кусочки, но так, чтобы они отделялись друг от друга, на этот поток, и потом мы будем это по рядовке, чтобы накормить эти 300 человек, которые сидят здесь в студии. Я правильно говорю? Ужин. Как это все одним словом описать? Фаталити. Как это описать одним словом вот всю вот эту неуютность? Стоп! Всем привет, друзья! С вами Воя Миронов и Реакция. Интересно, они меня видят? Я назвал Вадима Реакцией. Да, это я, Вадим. Вадим Реакция. Все, поехали. Смотрим эту волочку Mortal Kombat 3. Третья часть. Я тогда тоже смотрел две части. Все, третья. Добрый вечер, пятница! Да ладно. Ничего себе. Он типа увернулся, ничего себе. Утюг. Что это? Зачем? Мне ноги мерзнут. Чтобы поднять температуру, от боли чудес вставляем кипятильник вам на добрую память. Сам сжирается со мной. Ой, Соня. Что это? Да, пазлы. Вы из Санкт-Петербурга? Ух ты! О, опять несъедобные. Где ваша, кстати, вторая половина? Покажите. А, теперь я вижу, что это вторая половина. Иди сюда, шляпа. Иди сюда. Ой, ой, ой. Пелочедус. 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 А бог. Что вы делаете? О, там там. Перестаньте, перестаньте, у меня сектор приз. Давайте сюда. Так, ну что же. Нет, нет. Обратите внимание, сектор добрый. Я злой. Так, друг мой, у вас есть примерно минута на то, чтобы искромсать ее на маленькие кусочки. Но так, чтобы они отделялись друг от друга, на этот поток, и потом мы будем это по рядовке, чтобы накормить эти 300 человек, которые сидят здесь в студии. Я правильно говорю? Ужин. Как это все одним словом описать? Фаталити. Как это описать одним словом вот всю вот эту неуютность? Стоп! Встаньте, кто сказал? Выйдите из зала! Встаньте и выйдите из зала! Прозвучала подсказка. Простите, пауза. Руки не будут болеть и опухать, если во время... Это не это. Хотя вряд ли. Как бы мы тут, понимаешь, бьемся, а они как-то все это как-то... Сэр. Сейчас самое время, жизнь такая... А это кто? Идет по кто? Автомат. Динамит, огонь. Автомат, Тано. Хотите воспользоваться? Нет, ты можешь идти. Отдыхать, ехать в отпуск, пожалуйста. Зачем пришел? На тебе косточку, да. Я представляю, какой сейчас будет взрыв. Мне это жалко, я отвернусь. Я уйду сюда, встану вот здесь за колонной. Пустой. Вот я где. Мир уже
куда ты там найдешь? Пылесос. О, Мутару или как его там. Меня нельзя класть. Я потом ровно встаю. Я зато я долго лежу. Сектор... Мутар, студию, что тебе? Тихо. Он отказывается от приза. Сейчас мы это... Надо посмотреть наверх. Дай вам Бог. Господи, ты есть. Итак, супер-игра и супер-приз. Жить, победить или умереть. Но я вам обещаю, что в любом случае, поскольку это третий раз, я вам обещаю, что желание машина. В качестве супер-приза автомобиль Volvo. Вот задание на супер. Фуё! Кто сказал-то? Я хочу видеть этого человека. Ну. Это кто сказал? Кто? Всю интригу разрушит. Сейчас будет, чего он сказал. Ну, убери ты этот страшный молодой, ему убить нужно. Возьмите ключ, откройте дверцу, автомобиль ваш. Слишком легко говорит. Так. Полицейский? Зато был шанс. На ваших экранах фамилия победителя. Дай вам Бог солнце. На улице. А его фамилия Леонид вообще. Ну и ладно. Вообще-то его зовут Леонид. Ну, Леонид это был. Да. Не важно, это как бы. Ладно. Есть вообще-то имя Кубович. Якубович. Кубович. Да. Блять. Подписаться. Это вам тоже, ребята, нужно сделать. Да. Что нужно сделать? Что надо сделать? О, Марио. Это настолько просто, что думать тут не о чем. Но... Т. Точно говорю, если не вы, то кто? Решайте, решайте. Какой шанс счастливый. Но, с другой стороны, как же... Потому что... А вдруг оно и тогда... Не успели. Ладно. Всем пока-пока, ребята. Да.